существует такое понятие, как офисная артериальная гипертензия или гипертония белого халата. Это когда именно в кабинете у врача у человека повышается давление, а дома, когда он меряет сам, оно у него якобы нормальное. Получается, ситуация непонятная для врача и, ну, фактически бездоказательная. Если на приеме измеряешь давление 180, а человек утверждает, что дома 120. В такой ситуации, чтобы выявить, есть ли гипертония белого халата, монитор артериального давления, который крепится на плечо, очень помогает. Цифры, которые идут в начале монитора и по окончании этого исследования, указывают, есть гипертония белого халата или нет. И бывает обратная ситуация, когда на приеме у врача давление нормальное, а дома у человека высокое. Это так называемая амбулаторная артериальная гипертензия. Опять-таки же, доказать ее тоже помогает монитор артериального давления. Монитор артериального давления фиксирует только давление и пульс, и то есть мы видим нагрузка, покой человека, как давление себя ведет утром, днем, вечером, ночью. Потому что есть пациенты, обычно это с эндокринными заболеваниями, а также с поражением почек, у которых именно ночная гипертония, плюс те, у которых ночное апноэ.